На памятнике Поздеева заметили повреждения. Трещина пошла по руке, в которой художник держит зонтик. А кроме того, на монументе оставили рисунок. Кто и когда будет его восстанавливать, неизвестно. Напомню, памятник красноярскому художнику Андрею Поздееву установили на проспекте Мира в сентябре 2000 года. И с тех пор он стал одним из символов Красноярска. У горожан сложилась традиция потереть на счастье нос художника или ручку зонтика. Эти детали памятника приходится восстанавливать чаще всего.